Это все обидно слушать, да, обидно. Это все как бы неприятно, да, неприятно. Но если мы не поймем, где мы находимся, понимаете, как это, то мы можем углубиться в эту самую жопу, а не двинуться на выход из нее. Поэтому давайте определим свое. Мы находимся в очень сложном и тяжелом положении. И Запад наш союзник на словах, а на деле вот, нет, то, что, Запад, вот то, что... Запад союзник, безусловно. Украина, поскольку в интересах Запада сейчас обеспечить во-первых, территориальную целостность Украины, хотя бы формально, во-вторых, не допустить дефолта, и, в-третьих, не дать Путину оказаться безусловным победителем. Первые два пункта, Владимир Владимирович, согласен. А третий находится вне... Я говорю, что Запад объективный союз. В сфере как бы не договоренности, а уже в сфере внешней. Но все равно Запад является объективным союзником Украины. Просто Запад преследует не украинские, а собственные интересы. И то, что мы уже говорили. И компромисс между Западом и Россией возможен за счет Украины. Вы знаете, что такое... Вот нам всегда говорили, и волки сытые, и овцы целые. Знаете, что это как-то? Это значит, волки съели пастухов. Ну, компромиссы возможны. То есть, и все что угодно. Так это компромисс за счет Украины. И сторожевых собак. Ну, наверное.